Угадайте, из чего состоит это блюдо. Делается легко и просто. И на вкус замечательно. Погнали? Берем два баклажана, одну морковку, одну луковицу, остатки ветчины. Все это нарезаем мелко. Подготовили. Берем сковородочку. Разогреваем. Ну, естественно, с маслицем. Начинаем обжаривать на разогретой сковороде ветчину с луком и с морковкой. Пять минут, ну кого как, в зависимости от сковороды и огня. Теперь добавляем баклажаны нарезанные и уже доводим до готовности. Обычно минут через 5 я перчу и солю. Ну или какие-то там специи ваши можете добавить по вкусу. Вот уже овощи все стали мягкие, запах обалденный просто. Блюдо практически готово, но все про все уходит минут 15. Ну, можно еще выключить газ, закрыть крышкой и дать настояться еще минут 5-10. Ну, насколько вы голодны, подождите. Будет вкусно, очень. А теперь пробуем. Запах видео не передает, очень приятно пахнет, аппетитно. Пробуем. Ну, может быть, не все, ничего не полезно, но овощи вам это. Делайте, готовьте, экспериментируйте, как говорит мой друг Константин. И у вас получится лучше, чем у меня.